Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0, в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Средняя зарплата кировчан позволяет им снимать двухкомнатную квартиру. К такому выводу пришли эксперты портала «Мир квартир», которые провели исследование в 69 городах России. По уровню зарплат наш город находится в хвосте списка на 59-м месте. В среднем кировчане зарабатывают 23 тысячи в месяц. При этом стоимость аренды двухкомнатной квартиры, по данным портала, составляет чуть более 9 тысяч рублей. В целом же, по результатам исследования, жители 27 городов России способны безболезненно оплачивать съем трешки, 32 городов двухкомнатной квартиры, 7 городов однокомнатных квартир. Самое выгодное соотношение зарплаты к стоимости аренды аналитики нашли в северных городах. В нефтедобывающем Сургуте, столице алмазов Якутске и крупнейшем в мире порту Мурманске граждане могут снимать трехкомнатные квартиры, оставляя на жизнь 27, 21 и 18 тысяч рублей соответственно. Дайджест недвижимости. Капремонт многоквартирных домов обошелся кировчанам почти в 1 000 000 000 рублей, сообщает «Девятка.ру». Такая сумма, по подсчетам Кировстата, была потрачена на работы по ремонту многоквартирных домов в 2016 году. 810 миллионов рублей ушли на ремонтно-строительные работы. В течение прошлого года в рамках капремонта произвели замену 70 лифтов, отремонтировали более 300 квадратных метров крыш. Кроме того, 110 миллионов рублей было выделено на приведение в порядок 155 тысяч квадратных метров фасадов домов. Также был осуществлен ремонт фундаментов и подвалов. Затраты на эти цели составили 142 и 114 миллионов рублей соответственно. Дайджест недвижимости. Японцы придумали для россиян жилой дом с датчиками здоровья. Двухэтажное деревянное здание, отделанное экологически чистыми материалами, появится в Воронеже на территории кампуса Государственного технического университета. Дом оборудует системой энергосбережения, предусматривающей использование солнечной энергии, а также датчиками, способными реагировать на повышение артериального давления или температуры тела жильцов. Здание строят в рамках российско-японского сотрудничества по созданию комфортной городской среды в Воронеже. На сегодня уже готов фундамент дома. Ранее сообщалось, что специалисты из Японии могут быть привлечены к разработке единых стандартов благоустройства городов России. Японский опыт планируется задействовать в реновации застроенных территорий, внедрении технологий умного города и зеленого строительства. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.